привет! Олицетворяя название нашей программы, сегодня двигаемся не только на своих двоих, в особенной компании. Я большую часть своей жизни прожил в Лазаревском районе, но, признаться честно, непосредственно в центр нашего муниципального образования заглядывал не так уж и часто. Так вот, сегодня исправляемся, тем более по-прежнему, в середине октября, прекрасная возможность наслаждаться вокруг. Просто летом, друзья, еще огромное количество зелени окружает дорогу. У нас гораздо легче с движением по сравнению с тем, когда пик курортного сезона. Поэтому можно даже отключить климат-контроль. Так вот, сегодня настойчиво пытаемся насладиться серпантинами самого длинного района в наиболее протяженном городе этого континента. Погнали! Лазаревский район города Сочи занимает практически половину нашего города, протяженность почти 75 километров в длину. Сплошные серпантины на протяжении всего района, ну практически, наверное, только в Дагомысе. Это несколько километров, наверное, не более трех, где прямая линия, проходящая через весь поселок. А в остальном это поворот на повороте, еще и с перепадом высот. Несколько перевалов, которые зимой даже подмораживает. Но мы ничего не боимся и двигаемся дальше. Без тайм-аут в таком извилистом испытании не обойтись. Поэтому мы налегаем на морковные ковришки. Поездка в Лазаревку непременно проходит под соусом ностальгии. Особенно, когда проезжаешь мимо школы. Сколько там пролито пота, капель крови и высказано нецензурных выражений. Просто потому, что там происходили районные соревнования. И мы все школы самого длинного района города Сочи непременно встречались на этой спортивной площадке. Чем выше в горы, тем острее ностальгия. Те, кто как минимум лет 15 назад принимал участие теперь уже в краевых соревнованиях, непременно вспомнят кое-что о стадионе «Авангард». Вот только с тех пор чемпионат мира по футболу и Олимпиада промчались, ну, не менее чем в 100 километрах отсюда. Арена сегодня в частных руках, и с фотографиями оттуда сложновато. Выглядит далеко не презентабельно. Смотрим только отсюда. Буквально каждый уголок пансионата «Гренада», где тренируются парни и девушки, настоящее олицетворение оригинального изображения герба города Сочи. Вот только надпись «Здоровье народу» в последние годы на гербе, казалось бы, выгорела от яркого субтропического солнца.
пришли бы в детский спортивный зал. У нас необычная тренировка, как говорится, под прицелом камеры. Вы являетесь достойным примером и в учебе, я знаю, многие, и тем более в нашем виде спорта рукопашный бой, да? И сегодня проведем тренировку, да, и потом будем лицезреть, как бы радоваться, смотреть. Мы вернулись недавно с открытого первенства Краснодарского края. Он проходил в городе Тимашевске. Там было около 300 участников. Из таких городов, как Краснодар, Армавир, Новороссийск, было больше 20 муниципальных образований. И город Сочи занял второе общекомандное место. В общей сложности медали мы заняли около 9 медалей. 9 медалей. От самых юных до самых взрослых? От 10 лет до 17. За счет чего удается быть такими успешными? За счет правильных методик тренировочных, за счет стабильности, за счет того, что дети выезжают постоянно. Потому что если не будешь выезжать, не будешь расти как спортсмен, как боец. За счет планового подхода к тренировочному процессу. Вот, к сожалению, наблюдаем, что в поселке Ладвевское, может быть, мы ошибаемся, нам показалось, что в поселке Ладвевское инфраструктура спортивная все-таки отстает от того, что мы видим в центральном районе, в Адлерском районе, скажем так, в том Сочи, который ближе к олимпийскому наследию. Мы, может быть, делаем упор здесь на то, как все выглядит со стороны, а дело все-таки в желании самих детей и мастерстве тренеров. Все, результат – это совокупность многих параметров, да, в том числе и профессионализм тренера, и хорошая инфраструктура. Да, но зачастую, да, как показал наш великий спортсмен Федор Емельяненко и многие ребята Хабиб Нурмагомедов, инфраструктура не является залогом хорошего результата, да, даже на мировом уровне. В первую очередь это, конечно, самодисциплина, это мотивация твоя, да, желание идти вперед и добиваться лучших результатов. Можно ли сказать, что для поселка Ладвевское сегодня рукопашный бой является вот таким главным видом спорта? Я очень люблю своих коллег, уважаю, да, и бокс, и дзюдо, но могу с полной уверенностью сказать, что единоборств сейчас рукопашный бой именно в Ладвевском районе занимает одну из лидирующих позиций, потому что мы 4 раза подряд на официальном первенстве Краснодарского края занимаем первое общекомандное место. И основная часть спортсменов – это ладожские спортсмены. Это ладожские спортсмены. И занять в таком большом Краснодарском крае наше ладожское первое общекомандное место – это, наверное, показывает, что мы берем и количеством спортсменов, и качеством. То есть приезжаем мы большим количеством с Лазаревской. В порядке можно привести 70-80 спортсменов на первенстве края. При общей участии, допустим, 400-500 человек. Это очень даже достойно, я считаю. И мы занимаем первое общекомандное место 4 года. Хотелось бы, может быть, зал как-то поменять. Но так привыкли к Гренаде. Вы сами посмотрели, в каких мы прекрасных условиях проживаем. Тут можем и на улице тренироваться, и ступеньки есть, и площадки спортивные. Поэтому на это акцент не ставим. Нет, самое главное, как бы, что дети ходят, детям нравится, им они любят это дело. Мы их отвлекаем, конечно, от негатива, что творится на улице иногда у нас порой, да.
И самое главное, это то, что любимая работа, любовь к работе, и то, что дети получают, и сами от этого получают большое удовольствие. Родители, дети видят результат, идут вперед, выполняют хороший разряд. Дети с 12 лет экипируются за счет спортшколы. Результативники, да. Также помогаем экипировкой результативников. И перчатки, и щитки мы выдаем результативникам. Ягодина Элина первое место тоже в Тимашевске заняла. За один год она вошла в историю нашего клуба, и не только нашего клуба, и нашего города. Когда я говорю, я сам не верю. За один год она выполнила норматив кандидата в мастера спорта, стала победительницей Краснодарского края, финалисткой Южного федерального округа и призерка России. Ей можно еще похлопать. Да. Очень усердная девочка, очень целеустремленная. Видно, что у нее большие задачи стоят, она сама перед собой ставит. Мы помогаем в этом, хотим поступить в этом году в университет МВД в город Москву. Да. Мы не только тренируем и даем какие-то базовые навыки рукопашного боя, но стараемся, чтобы наши дети продолжали дальше развиваться в этом направлении, поступали в университет МВД, в школу милиции и так далее. Многократный чемпион города, чемпион края, призер ЮФО, два раза всероссийский турнир выиграл, первый спортивный разряд. И пока так, в дальнейшем планирую выполнить кандидата мастера спорта. 16-17 лет вот не исполняется. Пару раз пробовал 16-17 лет. Готовлюсь, так сказать. Сколько раз в своей спортивной карьере приходилось демонстрировать приемы вне спортивного зала? Пару раз, немного, два. Это вот после одного из них шрам на голове оказался? Нет, это в детстве. Так получилось. Не стыдно ли демонстрировать эти приемы тем, кто не занимается спортом? Я этим не занимаюсь. Это было давно. И так, случайно получилось. А можно ли то, чему учит тренер, применять на улице? Нет. Почему? Потому что этот человек может и не заниматься тем, чем ты занимаешься. Это получается так, что ты пьешь слабого. Ты ведь тренируешься каждый день. Поэтому, я думаю, это недопустимо. А если защищать от хулиганов, слабого? Думаю, можно. Приходилось такое делать? Пока нет. Я хочу выиграть чемпионат мира и выступать в UFC. Зачем? Нравится. Тебе нравится бить людей? Нет. Это самооборона, чтобы защитить себя в жизни. Приходилось уже защищать себя на улице? Да. И с помощью этих приемов ты кому-то навалял? Да. Нос сломал? Бывало. Он сейчас такое же поколение, то, что слабых все обижают. То, что слабым сейчас не вариант быть. А что значит быть сильным? Ну, сильным то, что ты можешь себя постоять, то, что, ну, когда тебя будут обзывать или, ну, можешь себя постоять. А слабым всегда нужно помогать в таком случае? Будешь да. Будешь сильным? Да. Помогал уже кому-то? Один раз. Успешно? Ну, не знаю, да, наверное. Сколько тебе лет? 17. Хочешь стать профессиональным спортсменом? Ну, есть в планах. А если не получится стать профессиональным спортсменом, станет ли это трагедией? Нет, не станет. А чем еще можешь заниматься, кроме рукопашного боя? Что ты еще, в чем ты еще преуспел? Есть ли такое? Во всех видах спорта. Кроме гимнастики. Вот в нашей стране, к сожалению, такая история. Если спорт не олимпийского вида, то к нему очень мало внимания, в нем мало денег, в нем мало рекламы, за исключением, наверное, UFC, да, вот потому что там эффект. Вот как-то это не смущает? Нет, потому что рукопашный бой – это разновидность
всех видов спорта он может быть как и кикбоксингом, и борьбой. То есть после этого ты можешь адаптироваться абсолютно к любому виду спорта. Приходилось ли защищать слабых? Приходилось, конечно. И применял? Нет, не применял. Почему? Не знаю, никогда не доходило до этого. Достаточно было сказать, что я чемпион города по рукопашному. Я так никогда не говорю. Видно. В каком возрасте у тебя были первые соревнования? 6-7. Не страшно было? Ну, так себе. И победил там? Да. Так сколько раз ты уже был чемпионом? 18-17 раз. 18 раз? Ну, 17-18 где-то. По 11 лет? Да. В чем Хабиб лучше Конора? В том, что Хабиб хорошо боролся. И, ну, и еще он бокс показал лучше, чем Конор. В 15 лет 9 связаны с рукопашным боем. Да. Зачем? Интересно. А что интересно, мужиков лупить? Да. Насколько это успешно получается? Сколько уже титулов чемпионских? А можно... Ну, довольно-таки много. Можно подсчитать хотя бы примерно? Ну, к примеру, я стала чемпионкой ЕФО, шестикратной чемпионкой края. Уже трехкратной чемпионкой по кикбоксингу. Еще разные виды спорта. Да. Планы дальнейшие стать профессиональным бойцом? Ну, ближайшие планы – это получить все-таки КМС, а потом уже идти дальше до мастера спорта международного класса. Ну, может, и снаружи я хрупкая, внутри все-таки нет. Но мне хочется все-таки... показать себя на соревнованиях. Просто когда я пришла в первый раз сюда, я заинтересовалась этим. Мне настолько это понравилось, то, что я втянулась в это и стала как бы таким вот человеком, который любит рукопашный. We'll be right back.
тренер приветствует применение этих приемов на улице. Тренер приветствует применение этих приемов только в экстремальных случаях, когда угрожает когда есть риски угрозы жизни и здоровью, как бы прежде всего, да. Поэтому я учу своих детей, конечно, в первую очередь разговаривать, уметь общаться, уладить конфликт словесно, как бы, да, а применять физическую силу только в крайний момент, в последнюю очередь. Самое главное, как бы это банально ни звучало, чтобы они выросли людьми, любили свою родину, любили свой город. И как бы было приятно встретить на улице или где-то как бы поздороваться, пообщаться. Моя главная задача как тренера – это гармоничное развитие личности, да. Максимально получается развить их физические качества. Это то, что им природа дала – скорость, силу, выносливость, как бы, да, укрепить дух. И результативникам, кому действительно, кто дает результат, у кого хорошо получается, чтобы они применили свои навыки и свой результат в будущем при поступлении в хорошие заведения, я имею в виду военные заведения, в которых развит наш вид спорта, рукопашный бой, школы милиции, институты МВД, школы ФСБ, чтобы дети развивались уже в больших городах, заканчивали хорошо вузы и, получается, выполняли мастеров спорта, потому что в большом городе среди таких ребят, достойных, как они, намного легче выполнить мастера спорта, нежели там наша деревня Лазаревская, в нашем городе. Пережив впечатление от костедробительных ударов в исполнении 15-летней девочки, вспоминаем, что тут же неподалеку от Лазаревского есть дольмены, слезы Мамеда и высокогорные аулы с аутентичным укладом жизни коренного населения Черноморского побережья. Впрочем, это все-таки не совсем наша история. И мы продолжаем двигаться, дабы вполне возможно в одной из ближайших программ увидеть именно вас героем без остановки. Найти нас легко. Пишите в Facebook. И мы продолжаем двигаться.